женщин, она и так есть. Вот попробуй еще, так узнаешь. Ну-ка, читай, что ты там про других сочинил? Послушайте, вот я вижу. Тропышка был огородный, проходил утюг холодный. Брат, ты что он про меня сочиняет? Никакого холодного утюга не грота. Да ты не кричи! Это его садоним сказал, что утюг холодный. Это ведь никакого утюга не грота. Ни холодного, ни горячего. Я не говорю, что ты был горячий, горячий. Так что можешь успокоиться. Вот послушайте про овощи. У овоськи под подушкой лежит сладкая подружка. Лагерь, как у вас узкий, не лежит под подушкой. Ты ничего не понимаешь в поэзии. Это вот для него так говоришь, что лежит, а на самом деле не лежит. Вот я еще возьму. Братцы, надо прекратить это издевательство! Неужели мы будем спокойно слушать, что не знаю, кто тут врет про нас всех? Довольно, мы не хотим вас слушать, это не стихи, это какие-то отлазнилки. Раз вы не хотите, я пойду соседям зачитаю. Что? Ты еще пойдешь на отель со всеми сами? Попробуй только, и тогда домой можешь не возвращаться! Тихо, тихо. А сейчас я вам прочитаю свое недавнее стихотворение про комара. Я поймала комара. Тар, тар, тарара. Комаришку я люблю. Трулюлюшки, трулюлю. У комаришки жарко, конечно. Комаре себе лучше муравьишку. Муравьишка тоже любит. Тоже любит погулять. Хватит с ними мне возиться. Надо книжку почитать или надо платье зашивать. Браво! 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 Вот незнайка! Вот как надо сочинять стихи! Учись!